В отличие от привычной всем флюорографии, компьютерная томография позволяет сделать снимок в проекции. Такое исследование помогает выявить множество заболеваний органов и тканей грудной полости, среди них и злободневный COVID-19. Однако медики поясняют, самым эффективным методом диагностики коронавируса остается ПЦР-тест. КТ-исследование – это довольно сложный метод, который требует определенных показаний и имеет определенные противопоказания. И показания к выполнению данного исследования может определить только лечащий врач. Лечащим врачом для каждого из нас является тот врач, который находится на участке. Поэтому мы можем подсказать, по какому участку вам следует обратиться, в зависимости от того, где вы прописаны или где вы проживаете. Здравствуйте, администратор Наталья, чем могу вам помочь? Звонков на горячую линию поступает немало. С вопросами обращаются не только обычные куряне, но и медицинские работники, которые в данный момент находятся на больничном. Первая и основная функция – это информация для граждан. Информация для того, чтобы они могли понимать, где можно сделать исследование, для того, чтобы они могли понимать, нужно ли делать это исследование в какой-то степени, для того, чтобы они могли понимать и им объяснить, куда обращаться, к какому врачу, какой врач направит на это исследование. Горячая линия работает с понедельника по пятницу. Обратиться с вопросом можно с 9 до 19 часов по номеру, который вы видите на экране. Анастасия Шугаева, Сергей Малеев. События дня.